Следующая участница бесспорно талантлива. Айжан Нусувалиева, Кыргызстан. Слышишь вот эту красную кнопку, такой еще гул-тун. И в этот момент у меня сразу столько страха. Я подумала, о боже, я сейчас выйду, и у меня будет такая же красная кнопка. Into your own, all comes you want, listen. Это ответственность, то, что мне нужно выступить по достоинству, хорошо. Я постараюсь для этого сделать все, что от меня зависит, и выложиться на все 100%. Айжан – один из лидирующих вокалистов в этом проекте. Конкурс – это, прежде всего, вот, лично для меня, это вот выйти из рамки вот именно такого привычного состояния, наверное. Это какой-то адреналин, мне кажется, и мне нравится атмосфера на конкурсах. Я, конечно, чувствую большую ответственность, так как я уже в полуфинале, чему я безумно очень рада. На этот раз, конечно, я постараюсь больше держать себя в руках, но волнение, конечно же, оно в любом случае присутствует, возможно, где-то в какой-то степени даже больше, чем в первой части, ну, потому что чувствую еще больше ответственности, тем более, когда тебя поверили в жюри, нажав золотую кнопку. Айжан Нусувалиева на сцене Central Asia's Got Talent. Hey.
Айжан Нусувалиева, Кыргызстан. Уважаемые судьи, наверняка вам есть что сказать. Да, Кумар, это та участница, которой я подарила свою золотую кнопку. Она еще тогда меня поразила своим вокалом, исполнением. А сегодня вообще я в восторге. Айжан, браво! Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Да, вы просто восхитительно спели. Если до этого всегда Ситора говорила, ой, я влюбилась в этого, ой, я влюбилась в того. Теперь я ты... скажу, я влюбился в вас. Супер, спасибо за эту песню. Спасибо вам. Удачи и увидимся совсем скоро. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.